Это типа он... нас перенесло. Это просто жесть. А, ну волына осталась. Все, стоп. Живем, живем, братцы. А бомбы все осталось? Все, три бомбы, все осталось, ребят. Как меня эта сигналка затрахала. Мать твою! Чё такое? Чё за нап... Что это такое? 39 секунд. Итан. Right. Ты был прав. Я лгала тебе. Выискай его. Я могу сказать лишь одно. Если получишь это, держись от меня подальше. Проживи хорошую жизнь. Я теперь понял, как это все связано. Она уже заранее знала. Она уже заранее знала, что все это ГГВП. Тут ты понял, как писю к носу притянули? Видел, как все взаимосвязано? Я сейчас Зевсу позвоню. We'll be together forever. Теперь ты вспомнила? Да, Эвелина, я вспомнила. Мы можем стать семьей, как раньше? Нет, Эви. Мы не можем быть семьей. Мы никогда не были семьей. Тогда ты мне больше не нужна. Сука мелкая. Твою мать, у меня сердце когда-нибудь точно лопнет. Вообще просто. Я когда-нибудь Кондратия хвачу на этой игре. Да, сейчас бы ППшечку бы, конечно, кто-нибудь бы дал. Я вам, кстати, в конце стрима такую историю расскажу. Сытись. О, неплохое начало дня. Содержимое кто-то забрал. Некторс не разберу. К объектив имбили о испытать только для перед необходимым. Для этого поместите в контейнер с чем-то образец. Сейчас я, мать, помещу с чем-то такой образец. Так, спокойно. Живем, аптечка есть. Похоже, поломанный. Эпоксидик, еще плюс. А,
Ай, нет у меня... Мать его. На пистолет-пулемет, представляешь, патроны. А где же мне его родить-то? Сюда мне пока нечем пройти. Да, братцы. Подожди, а может быть... Да нет. Чё, погнали. Нет, то, что есть патроны, это уже обнадеживает. Там, значит, у нас была дверь, я понял. Ага. Нужен какой-нибудь инструмент. Ага. А Саня мне говорил, не лази в шахту лифта никогда. Вот будете лазить в шахту лифта, потом вот так же будете, как дурачки. Блин, господи. Хоть бы поддержали меня в чате, сказали бы, Леха, ты давай там держись, чтоб Кондратия не хватил. А то будете потом смотреть ерунду разную. На титьки да на письки. Надо на дядь Лешу смотреть, он красивый. Да? Опа. Мама, я дома. Может, это еще работает? Думстей, спасибо огромное за подписку. Спасибо, брат. Спасибо, ребят, за платные подписки. От души вам. Спасибо за поддержку. Итан. О, Итан. В жижабе. Надеюсь, я успею. Нижний уровень. S2. S2 мне надо, я запомнил. Лгунья. Прекрати, Велина. Проклятая галлюцинация. Где же она? Обосрался. Фонарик бы хоть можно было бы здесь включить. Че, нельзя никакого. Каюта капитана. Опачки. Опа. Да ладно, а? Да ладно. Да в смысле? Да ну, да как? Ну должна же здесь быть. Блин, да вы гоните, а. Ну не было здесь ни одной отмычки. Ну я не мог нигде ничего пропустить. Не, подождите. ППшку надо забирать. Ну не могла игра сделать так, что нет отмычек. Травка. Опачки. Я не знаю. То ли... Ну, у меня... Опа, стоп. Отмычечку мне, пожалуйста. Да. 25 штук тут будет лежать. Не, братцы. Хер раз два. Короче, придется сюда возвращаться. Тут он и бомбы лежат, и все лежит. Ну ладно. Не нашел я, к сожалению. Блин, здесь я, мне кажется, разобьюсь так, если спрыгну. Не, ну полюбаться сюда.
Дура, быстрее, ты можешь, нет? Дим, спасибо. Я вам чуть-чуть там мандрючу. Че, дротим? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Сейчас мы здесь найдем. Сейчас мы открывашечку-то здесь найдем. Я так просто хрен сдамся. 12 пистолетных патрон. Живем. Коррозийка. Красиво. Сейф подъехал. Так. Коррозийка, это хорошо. Коррозийка, это очень хорошо. Так. Бомба. Ага. Нет, 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 нет. Здесь должна быть это. Мне надо бизон забрать. Никак в жизни не поверю, что здесь. Ну вот он, жижаба это. Раз. Мимо один патрон. Тому 6 надо было. 2, 3, 4. Пять. Шесть. Четко. Прям по таймингу поймал, когда он щит свой опустил. 6. Тихо. Сейчас здесь будет отмычка. Я вам гарантирую. Ага. Это значит, что вся дресня расползлась, да? Опа. Патроны для пистолет-пулемет. Еще 40. Это уже 80 патронов. Ну, теперь сам Бог мне велел найти отмычку. Шкурим тут все. Думаю, со мной вообще весь чат согласится. Порох. Так, у меня осталось на двоих еще. Сейф. Опа. Не понял. Спасибо за саб. Мастер Йода, спасибо. Мое почтение, ребят. Подожди-ка. Это какая-нибудь загадка странная. Ага, начинается. Кручу-верчу, мать его, обмануть хочу. А, ну для дебилов подсказка. Ну да, ну естественно. Ну конечно же, ага. Что-то вот с этим, мне кажется. Тут зель... Три коррозийки. Но это было слишком просто. Зеркальное отражение, видишь, и провода идут. То есть на эту надо подать такое же зеркальное. Так. Ну и нахрена мне три коррозийки? Ась. Интересно. Отмычки так и нет. Продолжаем наш разговор.
Ого. Ни хрена себе, Кубрик. Опа. Это мне такое. Ой. Ой-ой-ой. Кто бы канул? Обосраться, как страшно, братцы. Еще раз сейв. Сейчас дядь Леша разрулит. А каюта капитана выше, да, получается? По-моему, выше. Да-да-да-да-да, вот оно. Ага. Или нет? Это третий. Не понял я. Или она ниже? Она ниже, наверное. Она, наверное, ниже. Так. Черт его знает. Вот оно. Дядь Леш, память хорошая. Сейчас главное быть ко всему готовым. Да нет, неужели я бизон похерю? 80 патрон, ребят, на бизон. 80. Я сам додумался. Дядь Леша умный. Да. Я не понял. Это как так-то? Я ж зачесался весь. И как это так? Твою мать! А может быть, ты извинишься? Неплохо. И что делать? Прикинь, ключ нужен. И вот где мне выкакать этот ключ, а? Вот где мне тебя выкакать? Так, ладно. Поехали. Здесь я не нашел. Третий весь мы обшмонали этаж. А, нет, стоп. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. О, гадюка. Патроны, ребята, жопа. Давай, родной. Монета! Закройте. Спасибо.
Один патрон, все. Блин, это обосраться можно, я вам серьезно говорю, ребят. Не хочется материться, не хочется грубости какие-то говорить, но это просто это... Любая тварина вылезет, я не смогу с ними даже биться. Я могу еще из эпоксидки сделать несколько патрон. Опа. Спокойно. Еще на одного хватит. Плюс у меня есть 3 бомбы. Уходи. Говнодемон! Понял. Уходи. Ня! И станет суще зловонной клакой. Да ты гонишь! Да ну нахер, братан! Да ладно! Все что ли? Ня! Полазил по ящичкам. Попили пивка. Да. Не, ну живем, живем. На двоих мне пока хватит. Жесть какая-то, бля. Что это такое? Я у мамы этот, хацкер. Силовой кабель. Силовой кабель. Ну и нахрена он мне? Силовой кабель. Да. Мама, хацкер. Не говори. Ага, здесь все дальше. Короче, на каждом этаже лежит какой-то ништяк, я понял. Не, ну вот этот вот тут вылез. Это еще один такой говнодемон, это с ума сойти можно. А черт его знает. Нет, понятно, что в лифте, но... Хотя, ну они мне... Они мне... Косвенно, да, получается, патроны дали. То есть они мне дают эти пакеты и говорят: братан, там сам покрафти, да? Логично. Пачки. Угу. Так, этаж ниже, поехали. Опа. Луис, кабель накрылся. У нас был кабель на замену, но его пришлось использовать для ремонта в лазарете. Да это я уже знаю. Я умный. Не по годам. Ага. Ага. А теперь, говорит, иди и найди вот эту шляпу. Вообще великолепно. Ку-ку, кица! Ага. Вообще классно просто. Я сейчас, то есть, спрыгиваю, а он мне чучу, да, намандрючит. Вообще великолепно просто. О, о, о. Смотри, скот какой. Девятнадцать патронов, а больше я не могу сделать. Мне сейчас срочно патроны нужны. Петард у меня нет, ничего нет. Вот тварина, а.
Пойдем, а что делать? Кыца. Не говори. Да вырубай, страшно. Ну да, естественно, ёпта. Почему бы и не... А, ну все, понятно. Все, давайте это... Опа! Вопросы есть? Вопросов нет. Это мы все читали. Хьюстон. We've got a problem. Никого нет дома, папа ушел за хлебом. Хопа. А! Вопросы есть? Еще для пулемета, да? За что мне это? Бомбы, классно, пацаны, здорово. Жопа. Найдите предохранитель. Найдите ключ от шкафа в капитанской каюте. Лёха, на этаже 2F ключ от Бизона. Пройди через помещение со столом и микроволновкой. Найди патроны и разъедающую жидкость. Выходи в коридор и недалеко от лифта найди дверь. Откройте схему. Тебе мама не говорила, что она додика родила, нет? Никогда тебе такого не говорили. Вот я тебе официально заявляю это, что ты додик. Понимаешь? Додик. Да ну ты гонишь, а? Блин, что делать-то здесь? Что-то, блин, предохранитель-то, а? Где может быть предохранитель? Это вопрос. Вроде все обыскали, все посмотрели. Как же мне здесь этих утырков Тау работать? И больше всего меня волнует именно вот этот вот. Больше всего меня волнует именно вот... вот этот вот быстрый вот этот додик. Умирают-то они быстро, но... Тише.
что это предохранитель? Ну что началось-то? Блин, куда же? А, ну может его просто взорвать. Че я туплю-то, боже мой. Надо просто этого индейца взорвать и все, и не париться. Что же я где упустил-то, а? Я хз. Не знаю. Угу. Я не знаю, ребят, где. Жилет этот. Толковый валяется. Нельзя его подобрать, но ничего здесь. Почему же я вот эту ерунду взять не могу? Вообще как похоже на какой-то фонарь. Я хз. Парни, я знаю, что мне делать. Я взрослый человек. Не спамьте. Я знаю, когда спать лечь, когда что делать. Интересно. Сложно. Не знаю, что делать. Давайте по этажам пойдем, пройдемся. Кубрик. Угу. Вот оно, наверное, решение. Угу. Просто чуть больше внимания и все, и не более того. Чуть больше внимания. Я прям увидел эти серенькие. Ерунду эту.
Я лучше здесь пройду, где-то это будет гораздо проще. Мне интересно самому додумываться. То есть, ты знаешь, ты сидишь, ты начинаешь в голове, ну, мозг начинает работать. То есть, ты начинаешь задумываться, то есть, где, что, как, зачем. Чепонька. Бля, чуть не обосрался. Но мой божественный АИМ сейчас вообще все положение вытащил. Нет, я теперь дверки за собой все щемить буду. Так. Жизнь заиграла красками. Так. Так. Жизнь, знаете, начала потихонечку играть красочками. Но у пистолета есть свои плюсы. Знаете, какие? Дамаг, конечно, у него... лучше, чем у ППшки, что здесь говорить. Угу. Угу. А теперь мне надо найти предохранитель. На каком этаже? Четвертый этаж я находил. Все, четвертый этаж, он не нужен точно. Я прям уверен, что здесь на каждом этаже что-то есть. Где-то мы нашли одно, где-то мы нашли другое. Наверное. Могу ошибаться. Но это, наверное, логично. Ну, логичным будет. На четвертый этаж мы весь обсмотрели. Предохранителя здесь... да? Нет и быть не может. Угу. Ну да. Все, что, пойдемте. Опа. Так. Значит, у нас третий этаж. Что мы находили на третьем этаже? Третий этаж. Какая-то хитрость вот с этим вот. Что-то здесь замут какой-то с чемоданом. А что же за замут-то такой? Предохранитель. Да я, ребят, хз, где он? Но здесь мы с вами все нашли. Здесь мы хлопнули с вами говнодемона. Так? Так. Третий этаж, значит, скорее всего... провода здесь взяли. Здесь слишком много всего на... один этаж. Коррозийное вещество вот я пропустил. Угу. Так, ну здесь дверь закрыта, правильно? Правильно. Так, спускаемся, значит, ниже. Значит, спускаемся ниже. Вспомни кассету, да у меня что-то, ребята, из башки вылетело. Там на кассете я не знал, как выжить. Спускаемся ниже. Добро. Не, ну на пулике теперь у меня очень много патронов. Это можно прям нормально прям порадоваться. Он слабенький, конечно, но с автоматом, знаете ли, как-то поспокойнее ходится. Третий этаж весь мы прочухали.
Все мы здесь сделали. Так, зайдем в комнату сейва. Обязательно надо засейвиться. Угу. Так. Есть контакт. Пойдемте еще этажом ниже. Второй этаж. А вот второй этаж. Что-то я ничего такого не припомню. Ребят, подсказки в чате сразу караются или мутом, или баном. Потом не жалуйтесь. Потом не жалуйтесь. Если нужно, я всегда спрошу, ребят. Пусть выходит. Я его пока сейчас. Он ничего не сделает. Там без шансов. Там единственное, что страшное, он маленько. Так. Вот этот этаж должен в себе что-то содержать. Я прям уверен. Порох. После катастрофы в Ракун-Сити прошло 16 лет. Но оставшиеся в живых продолжают страдать. Ракун-Сити? Эпоксидочка. Красиво. Угу. Здесь можно, в принципе, вот так вот даже сделать. Угу. Здесь я ничего нигде не пропустил. Здесь пошли лестницы, да? Это мы с вами на втором этаже. Я так думаю, где-то здесь что-то будет. Этот предохранитель, он где-нибудь здесь приныкан. Логично бы было, конечно, если бы он где-нибудь здесь был. Логично. Мур, привет. Но это было бы логично. Но его хрен где найдешь. Не могу найти. Так. Добро. Хорошо. Допустим. Погнали на первый. Здесь я точно все смотрел. Не понял. Найс. Ты, брат, победитель прям по жизни. Чё? Ой, мать, мамкин байтер. Что-то я в него прожал прям вообще добротно. Пришли, опять все сломали. Все вентиля все поломали.
понятно, что он, твою мать, нужен. Мне его нет. Как же, почему? Я уверен, вот это вот шляпа. Не знаю. И отсюда я его забирал, я не помню нифига. А мы отсюда забрали, да, его? Угу. Черт его знает, не знаю, где этот предохранитель, если честно. Куда они могли его приныкать? На каком он этаже? Не знаю. Сейчас этот этаж добегу, но здесь нет ничего. Говорите, где, ребята? Я не знаю, можно так долго искать. Стиралка. Блин, может, я не знаю, в глаза долблюсь, а? Как же они так припрятали-то, а? А, вот стиралки. Здесь, ребят? Братцы, здесь патроны только. Сука, страшно. А здесь патрики, ребят. Еще где-то стиралки? Стиралка. Да вот я вроде чекаю. Нету, ребят. Я не знаю. Ну нету, реально нету. Я уж все здесь везде облазил. Мать их. В углу, где дверь? Слева в углу, где дверь? Бля, понять бы. А как называется хоть, ребят? В стиралке в углу, где дверь. Но они только там стоят. Второй этаж. А, на втором. На втором? Дверь на первом этаже ты открывал. Блядь, чат летит. Хрен, что поймешь. Около двери на лестницу. Около двери... Около двери на лестницу. Твою мать. Вот оно, вижу. Все, 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 все. Сейчас разберемся. Сейчас. Так. Около двери на лестницу. У лестницы. Сейчас, 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 братана. Сейчас. Где-то здесь, да? Тут или где? Говорит, в стиралке. Я всю жопу себе наизнанку вывернул. В какой стиралке? Что за додик спамил в стиралке? Я уже, я не знаю, уже... Спасибо. Сколько сабов? Ты гонишь. 355 тысяч? Ёпта. Сейчас, сейчас. Страшно. Так. Опа! Все, да? О, поехали. А эта дурочка на каком? S2, да? По-моему, она S2. О, сейчас страшилка будет. Ладно, две серии сегодня сделаем. Опа! Чего, не ждала? Он ждет.
А давайте вот без вот этой музыки. Так, вы дядь Лёшу поддержите, нет? Обосраться. Поехали. Спасибо, ребят, за подписки, за сабы. Ну чё, на мужика? Да, ползёт жижа. А, да, ага. Сейчас, да. Давай, давай. Давай, давай, давай. Вот он, стекает. Мгась. А, так ты уже без ног. Все. До свидания. 257 патрон. На 257 патрон может тут... Вот это мне такое нравится. Так. Твою мать! Не надо. Ля, он кусается. Нормально, нормально. Блин, что-то на этом уровне сложности вообще они слабо падают. Нормально, нормально. Опа. О. Слушай, я уже петард набрал. Я не знаю, сколько здесь можно. Ку-ку, мой мальчик. Ой. Не! Не! Обидно, да? Голову немножко потерял. Ну ничего. Лазит он мне тут. Дядь Леша пугает. И так сердечко слабенькое. Он меня шукает меня тут. О! Патрончики. Опа. Эпоксидик. О! О-о-о! Не пойму, что ж там такое сейчас будет? 300 патрон, ребят. 300 патрон. 300, понимаешь? Мое любимое число. Шкаф пропустил. Какой шкаф? Где? Нету. Да нормально. Ты и так сойдет. Что ты начинаешь? Опа! Гутен морген. Мистер Фриман. F. Спасибо, пацаны. Держусь как могу. Страшно только, что обосраться можно. О, дурачок, дурачок. Давай, 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 давай. Нет! Все. Угомонились. О-о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 ! Ты чё делаешь-то, додик? И станет суще. Ай, хорошо идёт. А-а-а-а. Вот тварина, а. Лёша делает. Жижобой свой. На тебе еще сразу сюда вдогон. Все? Собчат, да нормально. Нормально, нормально. Нормально. Админы, ребят, не надо, не все, не баньте никого. Все в порядке. Это от братишки, братишки пришли. Братишки, братишки. Опа! Что за звуки такие? Борис, кончай. Опа. У меня теперь все есть с собой. Спасибо. А ты хороший парень. Ты тоже, ничего. Где-то я звуки эти слышал уже. Не помню где. Опа! Тю.
Нет, я такого не смотрю. Сразу хедшот тебе, мелкая дрянь. Я тебе сразу говорю, сейчас будет Аллах бабах сразу. Вопросы? Ты должна кое-что сделать. Что? Муравью хер приделать? Итан. Итан. Я уже 10 раз, ребят, да, сказал. Спасибо за рейд. Спасибо, мужики. Итан. Не понял. Я знаю. Я тебя пальцем не трону. Деда! Будь моя воля, никогда бы не тронул. Что ты хочешь сказать? Сынок, не убийца я. Чикатило так же говорил. Это не я. Это девочка Эвелина. Это все она. Что она такое? Что она с вами сделала? Она заразила нас своим даром. Она это так называет. Я нашел ее в заливе возле потерпевшего крушение танкера. Дурачок. После этого тут все изменилось. Она вас заражает и потом подчиняет себя? Нет, сынок, не совсем так. Она проникает в твой разум и душу, а потом... Уже ничего не поделаешь. Страшно. Ты с ней одно целое, и не можешь подавить стремление... Какой-то вообще ужастик какой-то начинается. Еще бабка там непонятно где потерялась. После этого ты совсем другой человек. Прямо как Мия. Значит, Мия связалась со мной из-за Эвелина. Послушай, этой девочке просто нужна семья. Ага. На ней все завязано, смекаешь? Разыщи ее и останови. Спасибо за совет, отец. Не зря я тебя пилой разрубил. Итан, освободи моих родных, прошу тебя. Не-не-не-не-не. Я ваш блядский дом больше не ногой. Вы меня, конечно, извините. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Не, пацаны. Не. Эвелина, не трогай его. Почему? Она же тебя... Он же тебя не любит. Не надо, не трожь его. Не понял. Глупенько, я же сказала, что ему не будет больно. Э! Помогите! Ты мне не мамочка, помнишь? Я папочка твой! Выпусти меня только, Христа ради! Из жабы этой. О, привет. А я тебя знаю. Не могли тетюньки нарисовать побольше. Мия, Мия, как так? Нельзя терять ни минуты, выберись отсюда. Вот, возьми. Да это в смысле? Да стой! Погоди, что ты делаешь? Тебя спасаю. Иди. Я не могу ей долго сопротивляться. Мия! No! Ну, сучка мелкая, где ты, мать твою? Я сейчас чучу намандрючу. Где? Сюда мне ее! Да, да, сейчас. Это все из-за тебя. Сам такой. Не из-за меня это. О, дрянь, а. О, мелкая дрянь. Не, ну прицеп, конечно, нашей девочки. С собой пожертвовала. Да ты ж моя родненькая, а. Из жижабы меня вытащила из какой-то. О! Кот красный, вытащите меня отсюда! Помогите!
Ясно. Шляпа усатая. Не хотят меня вытаскивать. Блин, вот только не говорите, что я сейчас опять в этот дом, в этот сраный полезу. Там братик, дурачок еще. А, у братика уже нет. Да там никого нет. Что мне интересно, реально, концовка. Сейчас, по ходу дела, самое интересное будет. Ты что, в тренды нырнул? По ходу дела, пацаны. Опа. Это мне такое надо. Они следят за нами с вертолета? Кто они-то? Помогите! Альфа-1! Это Браво-1, как слышите? Это Альфа-1, доложите, что удалось найти? Мы тщательно обыскали поместье Бейкеров, но выживших не обнаружили. Повторяю, выживших не обнаружили. Мы нашли там следы боя. Эвелина? Не нашли. Но мы нашли зашифрованное сообщение от Лукаса, сына Бейкера, адресованное неизвестному третьему лицу. Думаю, нетрудно догадаться, кому. Лучше не бывает. Как сообщают, он где-то в заброшенных шахтах. Вас понял, тогда встретимся в упомянутом месте. Если найдете Эвелину, стрелять на поражение. Повторяю, стрелять на положение. На поражение. Очень, очень хорошее. Вот, вот молодцы, вот. Не зря вы, дядь Леш, слушаете. Вообще надо ее не то, что стрелять на поражение. Вы забрали вещи Мии. Тю. Да ладно. Это что сейчас? Пистолет-пулемет тоже ее ко мне придет? О, это мне такое нравится. Ну-ка мне сюда-ка. Ох, сейчас я так чувствую, будет весело, Вася. О, а ну-ка сюда. Последний бой, он трудный самый. Ну что, сынок? О, сейчас пойдет просто контент. Так, а ну-ка сюда-ка. Так, дробовичок. Гранатометик. Это мне такое нравится. О-о-о. Сейчас пойдет, ребята. Сейчас. Ножичек с собой прихватим. Ящички ломать. Аптечечки. Патрончики на дробовичок. О-о-о. Сейчас пойдет просто контент. Сейчас, братцы. Сейчас дядя Леша сделает. Улучшенные пистолетные патроны. Да не, это, наверное, даже и не надо. Я так думаю, мы и так вывезем. Тут несколько на гранатомет. А че я туплю-то? Ха! Сейчас мы еще и на гранатомет. Че там надо? Твердое топливо. Да без проблем. Сейчас мы на гранатомет еще сделаем, Патриков. Где оно твердое топливо-то? Сюда-ка. На куканчик. Не понял. Так. Опачки. 4! Брат. Бутылочку, наверное, не надо выкидывать, мне что-то так подсказывает. И знаешь что? Наверное, надо травушку взять одну, хотя бы. А травушку знаешь для чего взять? Блин, порох тоже надо. А травушку, чтоб, если что, короче, нам это... Хилочек, да, поделать. Сильную аптечку. Короче, я так понимаю, сейчас последний бой будет. Я чувствую, сейчас просто будет. Я не знаю сейчас, что будет тут твориться. Это что такое? А, 5 монеток. Так это вообще прям вовремя. Тю. А что там, интересно, такое лежит? Стабилизатор, перезарядка навсегда ускорена. Это мне такое надо. Так, раз. Ой, сорян. Перезарядочку мне это очень надо, вы чё? Это прям первоочередная тема, потому что у меня гранатомет медленно перезаряжается. У меня все медленно перезаряжается.
Собчат, пожалуйста. Нет. У нас сегодня в гостях пацанчики от моего любимого стримера Братишкина. Вы говорите, я сейчас буду всех, ты думаешь, шо, байтить на этот? Может, они пописать хотят что-нибудь? Сегодня нет, не буду я Собчат делать. Когда хост делают, не надо Собчат делать. Потому что не у всех есть возможность в чате написать. Сейчас, тем более, уже спойлеры, они, по-моему, не актуальны. Если что, ребят, я спрошу... О, дурачок. Я несу подарочки всем детишкам, всем. Не понял, что это такое. Прям просто я его рот на свой дробовик насаживал. Давай. Ой. Сейчас мы исправим это досадное недоразумение. Вопросы есть какие-то? Вопросов больше не имею. Сильный эпоксид. А я сейчас вернусь. Это еще плюс 2, ребята, гранатомету. Это вы мне зря такое дали. Ща, пацаны. Ща будет аниме. Это вы не подумавши мне дали. А ну-ка. Где там? Сейчас у меня гранатометных патрон будет. Тут можно революцию где-нибудь в Анголе сделать. А ну-ка. Так. Монетки туды. Это сюды. 6 патрон для, мать его, гранатомета. Понимаешь? 6. Карл, 6. Я сейчас последний раз сохраняюсь. И сейчас начнется аттракцион невиданной щедрости. Все, ребят. Вы прям вовремя вообще зашли, на самом деле. Ну, уже основная страшилка, я так понял, прошла, да? А, 7, да, даже. У меня же еще и в гранатомете. Так, я готов. Эвелина, моя девочка. Давай, моя хорошая. Комцумир, он майна шишка. Сейчас я ее любить буду. DLC проходить будешь? Ну, пацаны проголосуют, пройдем. Зашли я тут с самого начала. Не, ну я просто тут говорю. Не все же с самого начала. Эвелина, дорогая. Цок. Опа. Тю. Вопросы есть? А у дяди Лёши 300 патрон. Он за гномика не зря 10 лет почти в линягу катал. Или даже, наверное, поболее. Ай-яй-яй. Ну на кого же вы растяжки-то поставили, а? Ай-яй-яй. Это мне такое не надо. Ага, и бочки под байт. Такими растяжками только знаете что? Бабушек можно на рынке пугать. Дядя Леша уже все шарит. Так. О! 350 патрон на пулик. На сложном режиме. О! О, привет! Как говорил мой дед. Ой-ой-ой, я твой дед. Не надо. Да что ж такое-то? Страшно. Ходячие завтра. Я поэтому сейчас хочу все сразу пройти разом. Ходячих завтра можно, да, пройти будет. The Valkin Dead. Там, по-моему, последняя, да, серия? У Валькиного деда. Что это такое? Ну как... К бывшей своей заново зашел.
Извините, ребят, я не хотел. Меня испугать хотели. Ай-яй-яй. Какими-то двумя ошпырками. Дядя Лёша, называйте меня просто Вакмен. Ну, сука. Ты быканул или извинился? Лё, ты чё, брат? А, ну это как обычно надо толкнуть, чтоб то выбить, да? Ну логично, да. Жеронимо! Страйк! Что здесь интересно? Ничего здесь хорошего. Так. В замочную скважину. Как ты любишь маму мою. Так. Надо осторожно Modern 2, кстати, пересмотреть. Что-то мне как-то прям... Ай. Надо пересмотреть, кстати, будет. Штрайк, сынок! Что-что? Штрайк! О-хо-хо-хо. Дверь, смотри. Байтит меня. Опа! Все, чики-брики. Вопросы? Вопросов нет. О, я у мамы химик. О, утенок. Доместос. Так. Отправлено. Пятница, 16 января 2015 года. Ребята, благодаря вам меня уже неделя как не беспокоят странные мысли. Теперь все нормально. А она до сих пор думает, что провела меня. Вы уж постарайтесь исправить это недоразумение. Она ведь не только выглядит как малое дитя, но и глупая, как дитя. Угу. Однако мама и папа пока в полном отключке. Любопытно. Это вы запрограммировали ей всю эту семейную одержимость. Результат, мягко говоря, хреновый. Это... Сука, Мия до сих пор пребывает где-то между счастливой страной Эви и реальностью. Она становится весьма агрессивной, пришлось запереть ее в камере. Мне показалось, что Эвелина должна была разозлиться, ведь Мия ее любимица. Но ей вроде все равно. Вообще-то Эвелина иногда к ней наведывается, думает Мия ей мамочка. В общем, хреновое у вас получилось биологическое оружие. Семейная одержимость Эвелины выходит из-под контроля. Она заставляет всех похищать... все больше и больше бедолаг, чтобы добавить в свою семью уродов. А, то есть это вот это все, что ходит по коридорам, вот эта шляпа усатая, это все ее семья. Классно. Может, ей надоело, потому что Мия к ней не вернулась, но меня все это уже порядком достало, ведь именно мне приходится подчищать дерьмо, когда появляется кто-то новый. Кстати, Эви вроде не здоровится. Кожа у нее становится все более морщинистой, и волосы седеют. Волосы седеют — это у дяди Леши, когда он в эту игру играет. У меня уже он прядка седых волос. Доча, ты тут? Infection report. А я человек простой, меня убили в КС-ке, я сразу репорчу. Меня долго убеждать не надо, правильно, пацаны? Доказывать что-то кому-то. Убили, сразу репорт. Кто так же делает? Плюс чат. Тут он испытания над ней проводили. 5 минут. Короче, полет нормальный. О-о-о. Да все нормальные люди так делают. Убили, все, сразу репорт надо. Угу. Не понял. Тю.
Привет. О, оно. Ой. Нейротоксин? Нейротоксин Е разрушает клетки объектов, созданных на основе модели биологического оружия серии Е. Используют только для уничтожения объекта серии Е. А, надо ей в эту, в чучу воткнуть нейротоксин. Сейчас я ей воткну. Я вообще люблю ребят втыкать. Меня много просить не надо долго. Так, дорогая. О, зажигательные эти. Ну это все, это жопа. Сейчас основная заруба будет. Все. В смысле плюс 8? Вы о чем подумали-то? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребята. Вот не стыдно вам? Окститесь, покайтесь. Пока не поздно. Так. Что это такое? Нервно-паралитические боеприпасы. С пищевой добавкой. Ни хрена себе. Неплохо. Слушай, ну я вообще упакован, как я не знаю, как мать его Рэмбо. В лучшие времена просто. Я запакован по самые просто, не балуйся, ребят. И миссия последняя, просто убейте Эвелину. Здравствуйте. Ой. Прикинь, раз и игра крашится. До свидания. 8 патрон вы имели в виду. Ай-яй-яй. Ну, где, там, где куча дропа, там будет жопа. О, запишите, ребят. Слова великих. Если видишь кучу дропа, ожидай, сейчас будет жопа. Эпоксид. Просто по максимуму. Слова великих, ребят. Цицерон. 5 век нашей эры. Привет, дорогая. Папа пришел. VR-семья. I am your father. Не мискликнуть бы. Hi, girls, I am your father. Что-то обосраться можно немножко. Куда идти-то? Не понял. Сдохни. В смысле? Не надо. Воу-воу-воу-воу. Каловые массы пошли. Из всех щелей. В смысле? Тебя стояк, что ли, прорвало? Опять. А, ну она мне сейчас наспаунит своих друзей. Все, ясно. Ага, да. Я как будто и такое взял и испугался. Да, сейчас. Ага. А я вам сразу гранаты буду кидать и все. Мне вообще плевать. Ну я чё я ожидал? Ага, ага, давай. Давай. Пост дал, пост принял. Вопросы есть? Вопросов нет. Ещё? Сдохни, ишь какая. Доча, ай-яй-яй, так с папой.
Ай-яй-яй. Так. Я иду к тебе, мармеладный мой. А. О! Ты даже так. Да ну вас. Ой-ой. Гася, не говори. А, дед, в дедгане столько патрон можно, я не знаю, что тут сделать. Я вот этих вот боюсь, которые... Не которые стоя вот эти ходят, а... Ну ты понял, каких, короче, других вот этих вот. Вот они, сука, стрёмные. Что там такое было, я не понял. Мне показалось. Что-то валялось, что ли, где-то? Забей, погнали. Просто. Здравствуйте. Я дедган не зря собирал. Дедган, как говорится, всему голова. О! А сколько бомб-то у меня осталось? 6. Нормально. Так. А, да, байт очередной, ага. Сейчас, да. Странно. Странно. Очень много дается здесь патрон. Просто какой-то. А, да, ну понятно, ясно. О, тварь. Вопросы? Вот этих вот я боюсь. Очень быстрые мрази. Фристайло. Ракамакафо. Стрейндж. Что-то там. Мадон. Ой-ой-ой. Не понял, ты чё? Лёд, тварь, смотри. Не шутя, парня. Да ладно. На пружинку держу, пацаны. Нормально. И девчонки. Держу, держу напругу. Меня так просто не сломать. Дядь Леша в игры исток уже играет. Я эфир прошел, я все ужастики уже попроходил. Она думает, меня испугает. Я, считай, гранатомет не доставал. Сейчас я как достану свой из широких штанин. Будет тебе тут. Понял. Лампочку хоть бы к башке промотал. Опа. Что это такое? Очередная какая-то замануха идиотская. А, опять? Ух, ёпта, а там еще больше дермодемон. Ой, не-не-не-не-не-не-не, мне такое не пойдет. Вопросы есть? Есть? Нихера вы, братцы. Это просто жесть. Ты кто вообще такой? Что ты такое вообще в принципе? Ты посмотри, тварь, а. Дядя Лёша, он могёт. Видали? С первого раза. И они меня видел, как зажали в этом. А я думал, уже все. Хе-хе. Машина. О, бутылочки.
Все подобрал. Погнали дальше. Ну, от них, по идее, можно было просто убежать. Тайминг, ну, блин, жесткий. Ты видел, как они залетели? Убил силой мысли, а? Я им тут 6 грен туда закинул. 6 этих боеголовок. У меня хилок просто немерено. Просто у меня их немерено. Нормально, нормально. Впервые успел на стрим, привет. Машин не говори. Блин, когда уже это закончится? Мне прям интересно, как с ней махаться. Но тоже какая-нибудь такая тварь, наверное, будет. You are champion. Of course, my friend. Сейчас она меня... Вот так вот за щеку. Ой, да знаю я, сейчас это скример какой-нибудь будет. Не, не будет. А, тут сейф. Что это такое? Как, карта шахты? А, мне плевать, где умирать. Сейф. Вот сейф это очень хорошо. Потому что то, сколько я их убил... Не понял. Бабушка! Бабуля! Бабуля. Сука. Вход, типа, он пропал. Выход, он пропал. Бабуля. Е-001. Это самое начало, Вася. Это же самое начало, помнишь? Чё? Е-001. Бабуля. Бабушка. Я тебе сразу говорю, старая. Я это... Я рокет джамп под ноги сразу сделаю. 3, 2, 1, все, го. На мужика. Опа. Опа. А это я со стороны сам себя вижу. Дрянь. Это все из-за тебя. Нет. Почему я это вижу? Что дурачок? Давай. Давай. Я тебя сейчас любить буду, маленькая дрянь. Что думаешь, мне страшно? Мне не страшно. Бей его, мамочка. А, вот как оно все было. Хочет быть моим папочкой? Тогда пусть... Он не хочет быть моим папочкой? Пусть зохнет. Теперь очень мамочки тебя убивать. Ты только харю свою высунь. Я тебе снесу ее до самого основания, ясно? Бестолочь. Где ты? Помоги. Байт на дурачка? Так я иду. Итан, помоги мне. Ну куда? Где ты? Эй, how are you? Понял.
Ну его нахер, эту игру. Пипец, блин. Минус все. Жесть просто. Хотел, говорит, пописать, заодно и покакал. Плюс инсульт. Пипец, блин. Ты что, тварь, делаешь-то такое, а, со мной? Сейчас игру удалит. Дядя Лёша на мужика будет ее проходить. Не надо мне тут. Где ты, чтоб тебя? Открывай давай! Твою мать. Черный ход. Сейчас я зайду в ее черный ход. Не! Сейчас опять какой-нибудь скримак будет. Я тебе отвечаю. Ты станешь одним из нас. Может, тогда ты начнешь играть по-честному. Это ты сама бегаешь. Я не буду играть. Опа. Нет, убери это от меня. Конечно, забудь обо мне. Да не страшно мне. Нахер идет твоя кукла. Не понял, мать. Нихера себе кукла. Сейчас. Пипец, блин, что-то страшно. Реально стрёмная какая-то игра. Слушай, ну вот в этом концовке этих скримеров больше, чем я не знаю, во всей моей жизни, наверное. Просто из-за каждого угла, сука, скримеры. Ну и чё, и куда? Не понял. Ясно. Не пойму я, то ли наверху. Лё. Да. О, тварь, а. Уходи. Я тебя сейчас воткну. Нихера себе, что такое было? Опа. Все, что ли? Ты че, дрянь? Папу надо слушаться. Не понял. Спейс блокировать. К ней подойти надо, чтоб вколоть ей дозу говна. Стоим. И шагу назад. Стоим. Только вперед. Сучка мелкая, вколю в самое. Обидно, да? На мужика, какая хилка. Не понял.
Бабуль, бабуль, стой, стой, стой. Мы с тобой друзья. Прощай, Эвелина. Ты чё, старая? Это чё такое? Нее! Да ну нахер, ты кто? Ты чё такое-то, а? Чё началось-то, мать? И бежать отсюда некуда! Ты чё за тварь-то, а? Всё, да? Не понял. А как же... Куда ей долбить-то? Подожди, из комнаты не убежать. Это я понял. Если по Харе не прошло, давай попробуем по ногам. У нее, по идее, она не плюется, ничего. То есть она чисто... Давай попробуем ее... Ща, пацаны, нагнем, не ссыте. Блять, почему стрелять-то нельзя? Алло! Да чё такое-то? Чё с мышкой? Алло! Чё такое, я не понял? Чё? Только мышка, главное, чтобы это больше не... Глазам реально. Блять, ну я ХС, ребята, но это уже просто несерьезно. А, все, нормально. Нормально, нормально. Прикинь, на последнем патроне. Да ну нахрен. Ты чё, мать? Да ты чё, мать? Не! Не! Отвали! Блядь. Твою мать. Всё, да. Вот тваря. Просто нужна была семья. Сейчас я тебе дам семью. А ну-ка, рот свой. А, обидно, да? Лечу! Мама, я дома. Нормально? Не понял. Вот, держи.
Кого держи? Дай-ка мне. Давай! Давай! Куда стрелять-то? Да куда стрелять, непонятно. Отвали! Вопросы! Просто жесть. Мужики, вытащите меня отсюда, а Христа ради. Я такое видел, пацаны. В сочинении напишу, вы обалдеете, как провел лето. Я Редфилд. Я рад, что мы тебя нашли. Но вы как всегда вовремя. Как в любом сраном американском фильме. Какого хрена вы так долго? Это как обычно, да, все взрывается. Герой такой выходит. Нет! Итан? Да ты ж моя родненькая. Ты уцелела, я рад. Я уцелела? Я бабушку того рот делал. Такой рот у нее был. Из дома вылез, я чуть с ума не сошел, мать. Говорят, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Что ж, сегодня дверь закрылась. Длинная была ночь, и не только для меня. Мы и я не были единственными жертвами здесь. Пострадали не только мы с Мией, но и Бейкеры тоже. Из-за твари Эвелины они стали такими. Umbrella Corporation. Но Эвелина мертва. А эти ребята явились, короче, вовремя. Я только смирился с уходом Мии. Но теперь она вернулась и хочет начать сначала, с чистого листа. Может, это и есть открытые двери. Блин, вот это вообще просто мощнейшая игра. А, не конец, что ли? Не понял. Это они так титры сделали? Нифига не титры забубенили. Слушайте, братцы, ну, не знаю, мое мнение, это очень крутой хоррор. Это очень мощный хоррор, да? Не, ну завтра с вас лайки на ютубе, вообще просто со всех, чтоб навалили. Лайки и пару комментов. Я правда не знаю, на какую я концовку прошел, мне говорили тут несколько концовок, или наверное наврали, может. Не, ну реально крутая, да, такая прям история целая, да? Я редко когда о хоррорах так отзываюсь, но здесь прям, да, прям, она прям жопу прям вот так вот держит, знаешь? И концовка не на отвали сделана, а прям, знаешь, прям жопа вот так вот. Хорошая концовка, да?
Блин, ну жестко вообще. Блин, очень круто ребята сделали. Шарят, конечно. Прямо из уважения даже титры посмотрю. Не знаю, под впечатлением сюжет игры. Меня сложно чем-то впечатлить, но... Эта игра сделана по реальным событиям. Да, конечно! Да! Ага. Куда Зоя делся? Вопрос. Блин, мощнейшая игра. Вот реально мощная, да? Обычно, знаешь, как хорроры, типа, все на скримерах, да, держится? Там, напугать и это. А здесь прям, прикинь, короче, здесь прям жопа прям вообще просто она... Короче, давайте так забьемся. Вот если эта серия наберет, ну давайте, сколько обычно там? Давайте 25 тысяч лайков на Ютубе, если она наберет, DLC пройдем, окей? Для вас это... Я думаю, день-два вы наберете их. Братва, на Ютубе 25 колойсов, и мне просто, я увижу то, что вам это интересно. И, короче, дальше пулим. Все, забились? Все, как только 25 колойсов, ну, сразу сделаем. Да 50, да ладно вас напрягать, ребят. Вы и так там разгрузите вообще изи. Все, 25к и изи сделаем. Историю дальше расскажу. Слушай, ну жестко. Жестко, реально жесткая страшилка. Жесткая, конечно, страшилка. За 10 часов мы ее прошли. Древние монеты. Посмотри, сколько древних монет собрали. Открытых ящиков. Сложность безумия теперь есть. Жестко. Пресс-эф, ребят. Спасибо всем, что со мной были. Давайте. Обнял, поцеловал, ребят. На связи. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.